Только вперед, Петр. Только вперед. Да. Сейчас от моего слова зависит, что выйдет Владик в финал. Правильно или нет? Да, у нас будет чисто 5. Давайте, чтобы он вышел в финал. А чтобы вышел в финал, давайте сделаем настоящий батл. Вот я так решил. Я хочу, чтобы вы еще раз спели «Калинку». Просто я возьму аккордеон, а вы по куплету. Аккордеон! Калинка, калинка, калинка.